Отлично день для рыбалки. Дай взгляну. Только дурак это не купит. Я отложу для тебя немного. Больше ничего не купишь? Мне. Увидимся, Эйвор. Хамптон Ширпал, а с ним и королевство Уэссекс. Но цена была велика. Может, слишком велика. Отдыхай. Ты заслужил. Не только я. Время покажет, стоило ли все того. Посмотрим на карту союзов. Я передумал. Мне пора.
Есть минутка. Эйвор, рад тебя видеть. Я... ты здесь по делу или... Ну, я тут подумал... О чем? Мы с Бригиттой решили, раз все вроде как успокоилось, может, у тебя будет свободная минутка? Хотите пожениться? Да-да, друг с другом. Я так и подумал. Гуннар, я рад, что ты счастлив. И поженить вас — честь для меня. Хотите пригласить друзей из других земель? Скажу честно, Эйвор, я приплыл сюда с вами, потому что на родине меня ничто не держало. Клан Ворона — моя семья. И Бригитты тоже. По ее словам, здесь она счастливее, чем с родней. Мы с ней, считай, найденыши. Значит, долой традиции. Бери невесту, свой клинок, и мы вас поженим. Я, как ярл, беру все заботы на себя. Мне пора. Увидимся. Да славятся твои подвиги и мое мастерство. Здравствуй. Что предложишь сегодня? У тебя есть для меня заказ? Есть заказы на убийство, есть заказы на... Нет, в основном убийство. Смерть одного может принести богатство другому. Скорее всего, цель уже мертва. Но проверь на всякий случай. Торопить не буду, но рано всегда лучше, чем поздно. Если только ты не цель. Мне уже пора. До встречи. До свидания. Here!
Покажи мне. Здесь мне точно не рады. Спасибо. Спасибо, добрый человек.
Сёнин, разведай местность. Лейвор.
Всегда приятно встретить доброго человека. Веди таких сюда, если увидишь. У тебя есть для меня заказ? Новый день, новая работа, в которой нужны зоркие глаза и склонность к насилию. Займешься? Возвращайся, когда будет настроение. Что предложишь сегодня? Мне пора. Да помогут тебе бу... Эйвор, как ты рассидас? Эй, Эйвор! Эйвор, рад тебя видеть. Я... О чем? Мы с Бригит... Хотите пожени... Да-да. Я так и подумал. Скажу, чей Бригит... Значит... Так что, когда вы с Бригиттой хотите пожениться? Чем скорее она станет моей женой, тем лучше. Но мы можем подождать, если момент пока не подходящий. Что ж, пора. О студии Горн, забудь про наковальню. Устроим свадьбу. Отлично. Так что, созовем остальных? Соберись с духом и иди за невестой, а я созову гостей. Гуннар и Бригитта, это честь для меня присутствовать на вашей свадьбе. Видеть, как крепки связывающие вас узы. Видеть любовь, чья сила дарит людям надежду. Пришло время принести клятвы. Бригитта, прими этот клинок, выкованный в пламени, что горит так же ярко, как... Моя любовь к тебе. Он остер, как твой ум, и сверкает, как твоя красота. Его удары звучат так же сладко, как твой голос. Дио, седвидит кари цигана. Дюнева ам лукес, вурипитидора хиду ти инхариат. А я... Тебя. Я отдаю тебе свой меч и обещаю, что буду рядом всегда. Хид види продойчу ам фьючон хин. Ади со тауалох ин хоп, а премонишн. Ам дэм маунт о скраен а форсайт пара тойви и свипин адвенчур митинти. Тюр энайд вал дэм арал. A dyn a strong a bwredigi, ac fel as i ffys, y calon yn hedfan dyr y tŷ. O, как красиво. Я трону до слез, любимая. Nid ys hedfan efo'n gilydd, tra bywyd yn beyond. Возьми же мое кольцо, а я твое. Буду носить его с гордостью, согретой любовью. Столь прекрасной женщины. And I gwisgo fe fel calon, adoration a fydd yn byth. Это лучший день в моей жизни. Обними меня. Итак, влюбленные стали мужем и женой. Выпьем же.
меня странное чувство. Обычно свадьба – начало чего-то нового, а это больше кажется концом. Первый счастливый союз в нашем новом доме. Все мы стали чем-то большим. Так что, да уж, это начало и конец. Гуннар, старый лис, ты женился? Не думал, что доживу до такого. Я тоже. Самому не верится. Валка, я хотел поблагодарить тебя за все. Видения приходят реже, и я... Это сложно описать. Мне спокойно. Я твердо стою на земле. Я в мире с собой. Рада слышать это, Эйвор. Очень рада. Альвис, я поражен, что ты не пропел жениху с невестой несколько куплетов. О, мне хотелось. Но на ум приходили только подколки и насмешки. Может, в другой раз. Кайсом, а как празднуют свадьбы в твоем краю? Так же или иначе? Самое главное сходится. Много улыбок, радости и теплых объятий. Остальное не важно. Бригитта, официально приветствую тебя в нашей большой семье. И Гуннар, и все мы очень тебе рады. Дел Хавьор, I couldn't be more happy to see Boma. Hoping I would see Wash and the kids miss you the years. Да, само собой. Как я и сказал, добро пожаловать. Рада, ты с нами уже далеко не первый день. Не хочешь поселиться тут, среди нас? Разве что на пару лет. Я не люблю сидеть на месте. У меня душа скитальца и искателя. Может, когда-нибудь. Рандви, вижу, ты одна. Решил составить тебе компанию. Мило. А тебе тут весело? Да. Так неожиданно видеть ворчуна Гуннара, увлеченного женщиной. Или чем угодно еще, если честно. Никак не пойму, что он за человек. Но рада его счастью и возможности передохнуть. Хорошая пирушка пойдет нашим людям на пользу. Им это необходимо. Верно. Давай пройдемся. Конечно. Идем. Я уже давно думаю кое о чем. Я не Вельва, но предвидела, что все так кончится. Не у Гуннара, а у нас всех. Знала, что мы преуспеем. Что ты имеешь в виду? Я знала, что поселение расцветет благодаря нашим ратным успехам и новым союзникам. И с самого начала предвидела, что из тебя предводитель лучше, чем из Сигурда. Это просто не в его природе. А вот ты как раз подходишь. Ясно. Правда? Могла бы предупредить. Ты бы не стал слушать. Да. Рада, что ты теперь понимаешь. Уже так много сделано. Рандви, вы тоже сделали для меня столько, что век не отплатить. Мне льстит твоя вера в меня. И твоя поддержка. А мне очень лестна твоя дружба. И мне твоя. Эйвор, я хотела сказать, что мы с Сигурдом... Мы оба решили, что нам пора расстаться. Мы дороги друг другу, и я верю, что так будет всегда. Но это не любовь жены и мужа. Мне нелегко было принять это решение.
Но мы все обсудили, а потом обнялись так нежно, как не обнимались давно. Думаю, мы будем счастливы. Надеюсь. Я очень рад за тебя. Я и сама за себя рада. Желание Сигурда не утолить ни женщине, ни мужчине. Он ищет чего-то большего. А как же ты? Что нужно от жизни тебе? У меня есть все, что нужно. Ты, наши люди. Пора признаться, Рандви. Я люблю тебя уже давно. Я молчал, потому что не хотел предавать брата. Но это не значит, что я не хочу быть с тобой. Ты удивлена? Боги, а я боялась, что ты решишь, будто я лишь изголодалась по вниманию. Что я просто одинока. Но дело в тебе, Эйвор. Лишь в тебе. В том, кто ты сейчас и кем еще только станешь. Рандви, без тебя я бы уже очень давно сбился с пути. Я не говорила ему прямо, но вряд ли он удивится. Думаю, он даже сам подозревал. Уже давно. Если и правда подозревал, то не говорил. Он наблюдательнее, чем кажется. По-моему, он видит самую суть людей и то, чем они хотят быть. Расскажем ему попозже. Подождем несколько дней. Пускай все уляжется после пира. Верно. Я долго ждал тебя, а ты меня. Что значит еще несколько дней? Всего один миг. Ну, вернемся назад на свадьбу. Может, Бригитта скажет еще речь. Не хочу пропустить. Кстати, я с самого Глостершира ни одного ее слова не понял. Правда? Она так красиво говорит. Поэтично. Это шутка? А что? Идем. Нам пора. Thank you.
Может, пойдем в твои покои? Зачем? Еще увидим. Вали! Здравствуй, Эйвор. Мне уже пора. До встречи. Бирна, добро пожаловать в гнездо воронов. Здесь славно солнечный луч. И народ разный, и... Ты есть дома?
Ладно, выпью. Покажи-ка. Советую купить. Нет, правда? Это мудрый выбор. И что, это все? Мне... Приходи еще.